Привет, друзья! Есть у меня вот такой вот небольшой кустик анубиса, посаженный в отсадник, который весь зарос вьетнамкой. Я его обрабатывал сайдексом, перекисью водорода, вьетнамка побелела, но совсем отпадать не хочет. И вот сейчас я решил сделать такой эксперимент и посмотреть, так ли хороши саи, водорослееды, как они говорят. Вот сейчас сюда посадил двух крупненьких хороших водорослеедов в этот отсадничек. И мы проверим, попробуем их недельку не кормить. Думаю, в подсоленной воде и без корма они недельку выдержат. Вот почистят они этот анубиас или нет. Здесь им есть особо нечего, кроме рыголистника. Меченосцы, я думаю, тоже потерпят. Проведем эксперимент и посмотрим. Пока только меченосцы щипали эту вьетнамку. А водорослееды посажены сюда сегодня. Они еще пока осваиваются в этом аквариуме, сытые. Из другого большого аквариума, из 70-ки. Туда я посажу молодых водорослеедов. Пока это происходит вот так. Снимаю с большого расстояния, чтобы не спугнуть их.